Наверное, почти месяц утренние молитвенные собрания проходят с 6:30 утра. Наверное, мы на 6 скоро перейдем. В 6:30 утра, понедельник, вторник, четверг, пятница, мы ждем здесь на молитвенные собрания. Здесь очень классно. Здесь Дух Святой обитает. И знаете, пока мы молимся, Бог уже решает все наши вопросы этого дня. Поэтому это очень круто. Мы видим руку Божью, те, кто молимся. Аминь. Да, и хочется всех видеть. Мне понравилось, как Андрей Ильи говорит, утром? Нет, я утром не буду вставать. Это очень рано. И на следующее утро он здесь первый сидел. Потому что он слушает Духа Святого, да, наверное? Хорошо. Так, ну давайте мы за детей помолимся, да, наших. Пойдемте, детки.